Здравствуйте. Сегодня подрубка пораньше, потому что вечером я не смогу подрубить. Я думаю, я буду сейчас стримить примерно до полшестого, но не больше. Хотя нет, дохуя что-то, лол. До 3 часа стримить. Охуеть. Ну вот, лансер. Я теперь решил в растингом не играть, как мейн керри. Потому что дауны все сливают, я должен в одиночку. Ну, пусть лучше. Короче говоря, против меня пикают контрол, но мои дауны все сливают. Я не могу в соло втащить, не имеет смысла мне мейн керри играть, если я один против 3 кор ролей не втащу. У врагов всегда 3 кор роли отожжено. Да. Как понять? Не знаю. Спектра против лансера. Лесной Варес Кинг на 6550. Лол. King of I of all the race. War is torn. I walk among you. You are in my presence. It falls to me to look upon the race. This one is in the bag. This one is in the body bag. A long history of the there are wraiths among you. Ever been a bag I'm more betting in the bag this one's in the this bag. This one is in who's the bag. Who's in charge here? I'm always at my best. I always at my best. To yourself. Death is my bitch. Death is my блять. Death is my bitch. We are in agreement. Виз купил орбофеном. Behold your king. Тупкик. Battle begins. Mine! 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 Ебать. Ты чё, блин, чё? Курлык! By any measure. Tis your honor. Be about
it. I want it all. Пойду куплю щиток и заодно спижу XP. So what if I swagger? Questionable. As you advise. Нет смысла курицу таскать, я так подумал. I'll consider it. Ради щитка. Мне так вот кажется, что смысла нет. Юзла скрит, который на этот момент ничего не дает. Руну, я думаю, пойду забирать. Ибо ну кентавра разок и пойду забирать. Надеюсь, тут не стакнется. Потому что мне невыгодно будет, если там стакнется. Я их не смогу зафармить. Да, там не стакнется. К лучшему. By my decree. First blood. As indeed, I am first in everything. Wraiths, your king is here. Fall upon them. Every coin counts. Obey. I'm your once and future thing. Я вроде не успел сделать. Go to. Take a knee, peasant. You are in my presence. Курицу бапнули. We are in agreement. Эх, не появилось нихуя. Ни к успеху. Come, let's be about it. Не вовремя крит. О, найс. Пойти что ли руну забрать? Верьте деньги! Я тут стакнется сейчас такого. Привет, папаня, у меня к тебе вопросец. В новогоднюю ночь будет подружка. Если будет, скажи, плиз, когда. Я еще не знаю. Хотел спросить, что со вторым твоим Акичем? И как поживает дядя Богдан? Присунул ли он тебе свой ключ на 25? Ну нормально, мы позабирали на самом деле все. Да, не получится его убить. Your king moves of his own accord. At my word. Obey me. By my crown. Я уже говорил, кстати, насчет подрубок, еще с самого начала, как я начинал стримить. Не надо спрашивать, когда подрубки. Это... Вот. Если я скажу, когда, меня в итоге обозвут, блядь, балаболом. Потому что я никогда не могу это вот... Захотел, подрубил, все. Не захотел, не подрубил. Это очень просто. Behold your king.
Почему курицу не опыт, я не знаю. Была бы охуенно, конечно, если курица опыт. Верти Дженки! Спасибо за ночь. Люблю тебя. Меньше чем три. Я курицу пробьем, потому что ее не апают. Ну, это не моя вина, что курица не апается. Видите, хватает одного танка и когтя, чтобы фармить лес. Лайн освободился. Пойду на лайн, очевидно, раз он освободился. Он мне не даст фармить. Бедрила ебущий. Я пока ничего не качаю. Нет, там много врагов. Там трое. Did I give you permission to fall? Wise counsel. Найс. Виз чуть не обосрался. Чё он пингует, блядь, дал? Он же сам обосрался. Имею в виду, с лицом он чуть не обосрался, он мог, короче, отпустить этого человека. Начал убегать почему-то. Я, очевидно, слабо бить до конца. Я могу дать ему крит, если... Если был бы крит, он бы умер. There are wraiths among you. Come, let's be about. Наши спектра 3-0, и у нас еще есть один керри в итоге получается. Короче, я пробую так играть. Типа я пока что могу быть керри. 9.30 с леса, у меня почти барабаны. На самом деле, все неплохо. Левел более-менее тоже есть. Я считаю норм. Надо было ТП, наверное, делать. Я бы только землю убил максимум. Я бы не спас. Ну же! Не, ну там лак. Не было крита. Еще и лансер умер, лол. Ну это лак. Как бы я подумал, что если тут нету крита с трех ударов, то на Феникса точно должен был быть крит. Но крита не было. То есть, ну, анлак. Я сделал абсолютно правильное решение, что пошел Феникса убивать.
То есть, я сделал два удара по Фениксу, тут я сделал три удара. С трех ударов не было крита, тут два удара тоже не было крита. Ну, мне повезло. Но я принял правильное решение. Это не ошибка, это супер правильное решение было. Мне не повезло. Бывает. Я сделал все супер правильно. Все равно не уйдешь, братан. Крита не ставит по Панистера. Разъебали. То есть, как видите, лесной Врейс Кинг по таймингам отстает буквально на 500 тысяч золота, примерно. Вот что у меня есть сейчас на 12.05. Я отстаю на 1000 золота по таймингам. И у меня есть еще один кэрри. Блять, не могу попасть мышкой. Вот у меня есть спектра со шмотками. А я отстаю на 1000. Так бы я не отставал на 1000, но у меня не было бы в команде еще одного кэрри. Еще меньше стал отставать, фраг получил. Нормально. Ну, короче, если я выиграю, это будет моя третья подряд победа на лесном Рейскинге. Я сыграл уже две игры на лесном ВК. Обе выиграл. Сейчас, может, снова выиграю, может быть. Не уверен еще. Все-таки против лансера играем у него. У нас против лансера ни одного кэрри нету. Все пошло. Разъебщенка. И это моё. Вот смотрите, лесной Врейс Кинг, Бладмейл 13.40. Бладмейл, коготь, барабаны, стик. 13.40. То есть в итоге Врейс Кинг считаю, что такими же айтемами, как на лайне, но из леса. И поэтому у вас плюс один керри в команде. Ну, а чё? Чё ж не? Чё ж не? Дальше, скорее всего, будет идти БКБ. Ну или не БКБ, посмотрим. Ничего не спасет, я уже Бэдмэйл включил. То есть он торнадо дать не может. Бэдмэйл торнадо, это аниме в смерть. Ну, лансера нихуя. Пока что. Какой-то можно разбирать? Нет, нельзя. Мы его не убьем уже. Советую. Your top tower is under attack.
Именно того. Radiant structures are fortified. I walk among you. Your top tower is under attack. Ну, блядь, чего никто его не добивает? Нормально. Найс! На обоснующих! Финиш, thank you! Третья подряд на лесном ВК. GG! Your bottom tower is under attack. At my word. Your bottom tower has fallen. The enemy's middle barracks have fallen. 5-1-5. Я полезен, супер. Вот игра реально закончена. Тут уже все. Враги сдались. Прям полностью. Походу лес это новое место, блять. Для ВК. КЗ. Яша. Кек. Who's in charge here? Timid? БКБ не буду пока брать. Враги не воздаются. War is torn. Есть Владимир, нет? Иллюзия. I am your lead. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Изикатка! Лис в соло убил Лансера. Вол, что? Immortality. Keep your thoughts to yourself. Wraiths, your king is here. Мип-мап. О, братан. Изи слишком. Наверное, потому что варги не ожидают, что ВК будет в лесу. В итоге ему никто не мешает. Вот и вся суть. Прям вот максимально изи, лол, просто слишком изи. The
Report Invoker for the Greater Good. Хотя на самом деле это человек с ником N. Он сам хуесос. Я его помню. Что за хуйня, блядь? Легкость соляры, хули! Слишком легко. Ну прям вообще максимально легко. Не почувствовал просто, ну... Я вообще их не почувствовал. На лесном короле. Это не единственная игра, это так три игры было по сути. Короче, первую игру я вчера вроде сыграл на лесном короле. Я просто пошел в лес, мы вынесли их за 23 минуты. Я опять же не почувствовал. Тоже 8-1-7. То есть лесник, который не АФК мусор, а супер полезный. Тут также 7-1-8. То есть я не АФК мусор, я был полезен. Здесь было потяжелее, пришлось Семадога тащить. И этого, ну, тут в основном шторма пришлось тащить. Мы со Слардаром этого шторма еле вытащили. Короче, шторм получил фирстблад на баунти руне. То есть я кинул стан, не стал вычислять фирстблад, оставил фирстблад. Шторм добил героя, получил фирстблад и потом пошел хуй насать вниз. Просто, ну, просто фидил. А потом знаете, что он сделал? Потом он еще умер пару раз и сделал рейдж байбек. И просто полетел, ну, на всю ману, вперед. Вперед просто. Пиздец, тварь редкостная, его тащат, эта мразь сидит. 13, 15, 22, блядь. Ну, 15 смертей, но он уже ассисты набил, когда я стал выигрывать. То есть, когда мы со Сладаром стали ебашить, когда уже Семадох подтянулся. Короче, вот этот вот пидор заслуживает репорта. Хотя у него каким-то образом тут победы. У него инстрик, то есть его тащат просто, блядь, каждую игру или что. Чтобы меня так тащили. Так, ладно, я пойду в Counter-Strike. Я сегодня хотел Counter-Strike по-любому сыграть. Вот, на по-любому чех. Вчера был ужасный день. 5 поражений подряд. Потом, как помните, я пошел играть в покер, в тильте, потом в казино в тильте. Ну, короче, я буду тестить лесного Варискинга теперь. Раз настолько изи. Ну, я думаю, ну, очевидно, изи, потому что меня не контрят. То есть, они не в курсе, что я иду в лес Варискингом. Они думают, что я иду на лайн, приходят, а там Варискинга нету. В итоге, еще получается то, что напикали контры Варискингу. Это не так важно, потому что у нас это не единственный керри. А то, получается, я пикаю Варискинга, а мне пикают 3 контры, как минимум, да. И я получаюсь единственным керри, потому что соло хард сосет, как всегда, и мидер тоже почему-то сосет. И в итоге, я не знаю, почему так происходит. Я один керри против миллиона контры, а у врага 3 короли с фармом. И выиграть невозможно абсолютно. Вот. Добрый початок! Учитывая команду даунов, нереально мейн керри играть. Надо быть... Ну, я не получаюсь мейн керри даже с леса, потому что я как бы охуенный, я не проседаю. Вы видели сами, у меня буквально почти такие же тайминги из леса, почти такие же. То есть, что я стоял в лесу, что на лайне, тайминги очень похожие. Это лол. Кек. Ready. 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 Ну, блядь, что за хуйня? Го уже. Что, дауны, что ли? Кто там рофлит? Let's roll. Поехали. Competitive. В офис. На работу в офис.
Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Никаких войсов. Никаких ебаных тварей. В Counter-Strike войс включать противопоказано. Там, если вы включите войс в Counter-Strike, вы не выиграете. Сразу говорю. Там всегда какой-то, блядь, я не знаю, биомусор просто на войсе. Какие-то животные. Так, на победку. ОФК, как иначе? По-другому не умею. Ну, если не за минус мораюсь, ОФК. Come on, let's go! Бля, как же я обожаю офис. Вы еще не представляете. Просто, блядь, в офис когда работал. Хотя никогда не был на работе, но... Это моя работа. Вот, в офисе. Настоящая работа. Работяга. Осталось только карту завода сделать. И назвать ее, блядь, завод. Или Factory. Добрый початок, Кек. 5 на 3. Надеюсь, не выбьем. Давай, постреляйся. Я подожду его, пока... Что там у тебя? О, хуёвый початок. Что-то пробивают. Я тут пока стреляюсь. Там ласт остался, да, он еще. Изи. Нихуя особо не сделал, но нормально. Ну вон ассист получил. Тоже пойдет. Ассист это 1 ПТС. Вот у меня 0, 1, 0. Нормас. На нормасочек, на пойдеточек. Так, что мне надо купить? Мне надо МАК-7, потому что не хватит на дифуза. Ну что, муху купил? Бля, прикиньте, кино быть конченым, чтобы выиграть раунд и купить муху. Это надо быть, блядь, биомусором головного мозга. Как можно выиграть раунд и пойти против пистолетов с мухой, блядь, тут даун ебаный. Верки деньги! Ставь плюс в чат, если попич главный представитель геев в Украине. Ставь минус в чат, если, блядь, автор этого доната дурак ебаный. Ну здорово, пеп. Ну я подожду опять, пусть расправляются, нахуй мне ломиться. Да, блядь, я дауна лесный, короче. Ничего страшного, мы выиграли. Главная победа. Я на последнем месте, но ничего страшного, главное 2-0. Все хорошо. Спокойствие, только спокойствие. Здесь 47 фрагов уже у меня на ртути. Дробовик ртуть. Quicksilver. Уроки английского от папанистра. Специально, блядь, для зрителей. Которые до сих пор в 8 классе. Или 7. Которых дохуя. Так. Подождем, подумаем. Оружие еще заберем у него. Это что у него, кстати, сейчас? Ну, про 90, я хочу тоже про 90. О, фраг. И еще здесь одного ПТСики. На каком я месте? На последнем, ничего страшного, вырулю. Я вырулю. Я обычно выруливаю к второму месту, как минимум. Или к первому даже. Не, 1-1-1, на самом деле, ничего, все отлично. Так, пока остаюсь с дробовиком, очевидно. Ничего не покупаю.
моя старта. Новая. Просто вообще ничего не покупать. Тупо копить деньги на нормальное оружие. Проигрываешь раунд, берешь скар на похуй. И отлично. Просто куча денег. Не боишься потом остаться нищим. Там два. Один с ВП. Один с СГ. Пока здесь постою. Подежурю. Под СГ заберу, если там выпало с кого-то. ФАМАС. Не. Не надо СГ. М-ка. Гранату взял. Вот нахуй, что покупать, если можно апгрейдиться по ходу дела. Легче СГ. О, кто-то заебись. Заебись, но сложно. Надо думать. Не пошло. Так, сколько денег? Ладно, я возьму скар, не вы. Мог тащить, блядь, если бы убил снайпера. Потом бы я по-любому разъебал челика с калашом. У меня было бы 100 хп, если бы я убил снайпера. У меня было бы СГ, я бы его разъебал 100%. Нахуй получил, блядь. Ай, блядь! Ну сука, ну блять, ну я ж голову там примерно навел. Что мне игра не идет. Я совсем говня. Ну, ассист. Блять, 5 очков. Хуёво. Ну не проигрывать этот раунд. Бля, мы его проебать можем, если. Даже сейчас. Лоу хп, снайперы, лоу хп. Как? Со спины даун! Нормально. Только я опять почти ничего не сделал, по сути. Можно сказать, вообще ничего. Ага. Что купить? Let's go! На мародерочах. Блять! Ебать. Что я боюсь туда даже заходить. Бать, это он гасит. Сейчас дикого наебал. Еще один дробовик, хуёво.
Я не знаю, что делать. 10 хп. Как мы этот раунд проебали, инфа засекречена. О! А вот и дроп еще. Так жалко, я без диффузов. Кстати, охуенный скин, мне нравится. Так, ну я подожду. Сейчас буду гранаты кидать. Я на карту посмотрел, как обычно, короче. Но я вас на заебаш. Что, 4 на 2, не въебем же? А, мне никакого него я не возьму заложника. Два, да я на последнем месте. Бать, мне надо 21 ПТ, чтобы первое догнать. Два года вырулить. Я вообще не попадаю. Найс, перезарядка. Что-то плохо сегодня играю. Нахуй на ВП берет? Против дробовика, он собирается заходить туда с ВП? Да не стреляйте уже с АВП. Да, блядь, забейте. Черик даун. Время! Время! Что? Вот это геймруин, блядь, это даун ебучий. Сука, даун ЛСный, блядь. Пидор, блядь. Даун тупой, блядь. Ну 5-3 выиграем, похуй. Смотри, что пишет, я никогда не играю эту карту. Так нахуй тут. А то самое, что Доди долбоёб пикает героя и рандомит и пишет, я никогда этим героем не играю. Что за отмазка мусорная? Нахуй. Че думаешь? Smoke. Пиздец, блядь, так и знал, что он в смоке даун. Нас, походу, сейчас обойдут.
Ну, блядь, ну что так слабо сегодня играю? Это пиздец. Просто зажал и обосрался. Что сегодня я очень слабо играю. У меня 4-6, я на последнем месте. Я сегодня в говне. Вот я сегодня очень слабо играю. Так что купить, чтобы были диффуза. 1800 и 600. А, мне не хватит диффуза с легкой броней. Нахуеть, кайф. Не знаю, но мы выигрываем в любом случае. Не все так плохо. Что, блять, просто как он... Не, сегодня слабо очень. Отрабатываю. Я сегодня не на офисных работниках ебашу, а на офисных планктонах. Просто 4-7 в полном говне. ЛС. На ЛС-очах. Не пошло. Почему ты пизды получил здесь? Почему наши гасят с дробовиком, блядь? Почему я его не убил с двух выстрелов? Пизда, мне пизда будет. Это все тускленько. Negatory. В натуре 1v5, блядь, никто не тащит, кроме. Как это я его не убиваю, блять? Что за... Просто вплотную захуярил. Ну что со мной сегодня происходит? Я же его просто захуярил. Что за нахуй? Да хоть этот раунд брать надо. Что, заходите двое оттуда, я отсюда зайду и погнали. Тут выблядок стоит. Гоу, гоу, гоу. Что вы ждете? Почему дауны пошли, если тут выблядок стоит? Блять, вот что значит конченые, когда не смотрят на карту. Просто мразь, дети шлюх. Вдвоем могли зайти туда 1000 раз. Сука, дети шлюха лесных. Ну хуй я взял ОП. Не знаю. Может дать его пока кому-то. А, нет. Шинка не дам. Бля, нахуя ЛП взял, если я не умею вообще стрелять с него? Тогда только что... Бля, вы это видели? Двое могут зайти с той стороны, пока он сюда смотрит, но на карту никто не смотрит. Вот почему я так часто бывает проебываюсь, потому что я на карту смотрю часто, чтобы понимать ситуацию, обстановку. Но на карту никто, блядь, не смотрит. Я не умею стрелять, блядь, с ЛП. Я не умею стрелять. Нахуй его взял? Я даун. Там фрифраги были, я их не убил. Ну это я сам виноват. Была бы у меня М-ка, я бы сейчас их хуярил. Хотя бы одного. То есть... на дауничах. Блядь, даун застрял просто...
Ну шанс есть выиграть. Думаю, я вырулю за террористов по счету. Что все на грустничах. Пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Safety people, safety. Negatory. Negative. Yeah, that's a big negative. Nope. Throwing flashbang. That's a negative. Nope. Да, блядь, где нормальная negatory? Negatory. Нахуй зашел. ГГ, я его даже не вижу через эти окна, блин. Сейчас бы его убил, могли бы. Как он стреляется с тремя? Как это работает? В какой вселенной это работает? Стоять и стреляться с тремя. Это вселенная, блядь, боевиков из 90-х, где Чак Норрис из 80-х даже. И Чак Норрис стреляется, его окружили 10 тысяч человек, и он стреляется. Counter-Strike это реалистичная игра. Нахуй ты стреляешься с двумя, с тремя, блядь. Почему сразу... В Counter-Strike так даже с двумя не постреляюсь, у тебя два всегда передамажат. Даже если ты, блядь, чемпион, не знаю, чемпион Counter-Strike, у тебя два челика передамажат. И убьют два на один всегда. Из граната вовремя вышел. Просто зашел прямо в гранату. Негатори! Yeah, тут все понятно, походу. Я хочу какое-то оружие апгрейд. Блять, это я хотел! Мне нужен никнейм срочно. Negatory. Это лучшая фраза ever. Что все? Тускло. Так, один с пулеметом. Мне нужен апгрейд какой-то. Это АВП, нет. Это не апгрейд, это псевдо-апгрейд. Вот это апгрейд. Проверь. Выясни. Последнее место. Ну ничего, сейчас я вырву. Сейчас все будет. На самом деле, как бы всего лишь сколько это, блядь? Ну не так много. Всего лишь 19. Почти 20. 21, блядь, даже хоть 19 еще несу. Ох, 21 это дохуя. Или нет? Так, только не. Первый раунд с пистолетами у меня никогда не идет. Мне нужно дожить до СГ. Если доживу до СГ, все будет. Да вот плохая позиция, наверное. Negatory. Yeah, no. А, это ГГ. Просто я в это не верю. Даже убегать некуда от этой гранаты. Хоть что-то сделал. Никого не такой все равно. Блять. О, хэфса. Другое дело. Так, сейчас надо фрагов набить, чтобы были деньги. Куда бы кинуть смог? Я знаю куда.
Ну это смог. Ясно, ну. Это мне зарунили эту игру. Да, он мне зарунил почти одним смоком. Блять, у меня что-то сегодня не идет в Counter-Strike, мне только что зарунили мой выход. Просто зарунили, реально, вот по факту. Ладно. Хуй с ним. Хуй с ним. Сейчас вы вырули из последнего места. Negatory! We got your number. I know how much you hate him, so let's do this. Smoke. I'm throwing fire. Да, тут меня видно, но охуенный смок. НААА, блядь! Тварина. Тут меня пробивает. Negatory. Все там? Изи. Мое ВМП. Сюда, блин. Да я не могу вырулить с последнего места даже так. Что за нахуй? Что за нахуй? Не, все, надо выкидывать. Сейчас серьезная игра пойдет. Поехали. Стериков лучше я выкину. За контрол бы я оставил дробовик, скорее всего. За стериков. Нет. Все, главное сейчас не зафейлить. Блять, зафейлил уже со смоком. Спасибо за Game Ruin! Сука, сыновья, бляди ебаных, закидали смока. Ясно, ясно, я... Уау! Убил кого? На мапхакича. Блять, везде воняет. А, челик с диглом. Не проверяй, короче, я не пищу. Негатори! У нас там пушка. Упс. Ну, бывает. СЛЕНОВА! СГ в деле! Мое любимое оружие. ВП! В нужный момент затащил. Yes! Е-е-е! Yes! Yes! А, зажали, как всегда. Пизда. Блядь, вот за такой смок я бы просто черепушку пробивал. СГ. Negatory! Вельки деньги! Папаня, а чей за мужик у тебя Нави? Твою мать, вовремя ты донатишь! Какой мужик, где на Ави? Какой Ави? Чё за мужик у меня на Ави? Какой Ави? У меня нету... Какой мужик на Ави? Где? В стиме у меня нету мужика на Ави. На ПД... Я не помню. На ПД тоже нету мужика на Ави. Я не знаю, о чем речь. Какой мужик на Ави? У меня был на ПД мужик на Ави, но сейчас нету. Все, очень сложно. Ты меня чуть только что раунд не засрал. Блять, я... Сука, пидорасы, блять, в команде! Ну вы гоните беса, ну это неправильные смоки. Надо агрессивно выходить, и смог кидать агрессивно, блять. Чтобы поджимать, чтобы в говне сидели. Вот здесь смог, а нахуя? Тут челик может заломиться. Ой, сори. Negatory.
На каком я месте? На последнем, небось? О, на четвертом. Опа, я почти на второе вырулю. Типа, до второго места 8 ПТС. Ничего страшного. То, что первого нету, ничего страшного. No one's stopping us. Yes! Yes! Дай, пожалуйста, пройти. Или сын шлюхи, или я прохожу. Изи, блядь, на спрейчик! Вы видели этот спрей, ебаный? Вы видели этот спрей с лонг-ренджа? Просто изи. Мое оружие. Уничтожил ОП. Нахуй я даун! Платую прицел! ЛС. Hello. Но это не ЛС, это случайно вышло. В хенви коммента клуб скала, you don't have any money for pay for you time on compute. You have pity on you. I give you some money. You cry tears of joy. And we come into your house. We start kissing each other. And you show me how sweet as я put some of my хуй on your закрой... I want do it again. Please, закрой свое ебало. Так, пора автоснайпера брать. Хотя, наверное, зря. У меня такое ощущение, что с SG-5P3 я сильнее даже, чем с автоснайпером. Вот мне так кажется. Ну, это неправильно. Автоснайперка лучшее оружие в игре. Надо тренироваться с автоснайпером тоже. Я вот поэтому беру автоснайпера, потому что надо тренироваться с ним тоже. Вот, как бы. Автоснайпер по факту сильнее, а не. Negatory! Ну а почему? Я реально слабее с автоснайпером. Я просто не с СГ бы я его убил. Что за хуйня? Ладно. Кстати, чел прямо мне в прицел вышел. Этот мне подзажал! Сука, я все, выигрывайте сами, я не хочу терять жизнь. Хотя ладно. Хотя нет. Хотя. Ну чел. Где там ласт? Вот я бы тебя убил. А где он? А он там! Он в том углу. Куда желтый идет? Скорее всего, он там. Нет, он на РСП. Около РСПа. Negatory! Почти выиграли! Как на четвертом месте. На самом деле, я отстаю от второго места всего лишь на 4 очка, как видите. Второго места 41 и 17-17. А у меня, кстати, 16-10. И у меня четвертое место, заметьте. Это нормально, по-вашему? Когда у меня счет лучше, а место хуже. Ха. У меня так-то КДА намного лучше получается. Какой-то, блядь, негатори. Лучший в мире заработай! Похоже, что убили, но лучший в мире заработай. А там меня... Что, я не заметил там вообще? Апнулся зато на третьем месте. Надо раунд проебать, я... Пробейте раунд, пожалуйста, мне надо еще на второе место апнуться. Ой, я на втором месте, найс, все. Я на втором месте! Изи. Изи для Попечевского. Negatory! Почему я против орлов не играю? Я играю против двух калашей, медальки. Блин, ну я не могу, блядь, падать вниз. Я же выигрываю игры с хорошим счетом. Я не могу падать вниз по рейтингу. Не может такого быть. Я же опять выиграл, и у меня опять хороший счет. Я опять хорошо играл, я опять тащил. Не может такого быть. Когда я начну обратно идти к орлу? Сука. Negatory! Аганин два барсерка, да начнется же игра. Ебать, поэт! Хотел я написать тут стих, но что-то гений мой затих.
Бля, меня бесит, что на Твиче надо игры менять. Почему Твич автоматически не может одуплять, какую я игру стримлю? Ну а шо? Да хуя прошу. Ну что, я на плюс моральчик готов доту. Опа, а вот и плюс моральчи собрались. 10 плюс моральчи, давайте в бой. К бою готов! Ну что, на плюс моральчик можно проебать даже. Нет, нельзя, конечно, но в скобках может. В скобках как пойдет. Это если что, лошадь по мостовой бежит. Ну, это сложно делать, этот лук. Negatory! Солень, блять. Хорошо, что не выхухоль. Ну, не так уж плохо. Команда полудаунов каких-то. Negatory! Your turn to pick. Bow to your king. Ну, БХ. Охуенно будет меня в лесу преследовать. Может, придется пойти на топ. Потому что я не уверен. Окей, пошли топ. Я пойду топ с антангом. Я не хочу идти против БХ в лес. Я не думаю, что это хорошая идея. Ну типа он одуплится, что я в лесу, и пойдет меня искать. Как бы я не успею нафармить базовые итемы. Мне надо нафармить фейсбуцы, чтобы я мог от БХ отбиваться. Как я нафармлю фейсбуцы, если фейсбуцы фармятся 5 минут. Типа 5 минут фармить фейсбуцы. Что-то сомневаюсь, что получится у меня. Это называется Negatory.
Please not pa. Please not pa. Ну вот, вот почему я не хочу быть единственным керри, потому что все мои союзники обосрутся, и придется мне в Солянова играть против вот этих вот моноберных. Но это не дело. I'm always at my best. As the chosen assassin of the greatest так. Goddess Nyx, I can promise you that this man's prepare in for battle. You are in my presence. Negatory! Keep your thoughts to yourself. Короче, для тех, кто, не знаю, там только зашел или что-то такое. Я играл 3 игры подряд в Rise Kingdom Сололес. Выиграл, но теперь я не хочу идти в лес, потому что там Bounty Hunter, который будет за мной бегать. Это не дело. С Bounty Hunter. Типа, я явно не тот герой, который может делиться экспойтом. Пиздец. As you advise. Не проходи к нему, блядь, зачем ты к нему идешь? А если он ману прокачает поджигание? Что дальше? Он же меня не видит или видит? Что я, если честно, не уверен. Почему он дайнг на руну не идет? Tis your honor. Почему на ФК? А, их тут очень много. By my decree. Ладно. The battle begins. War is torn. Well got. Comes now пойду крипов стопить. Negatory! I walk among you. Давай раньше вперед. Оп-оп-оп, на папичах. Не стопи Ренчика. Ренчика не надо стопить. Он должен сразу умереть, чтобы лайн не пушился. На обоснующих. Бля, смотрите, какой пидор редкостный. Посмотрите на это чмо. Посмотрите, это у него же мать шлюха, confirm. Видели это Дазла? Видели это чмо? Что он сделал? Бля, у него антимага хороший саппорт, он шарит. Антимаг прокачал выжигание маны. Твою мать. Он дайник со мной будет фармить. Еще этот челик здесь. Это будет очень сложно. Мне надо придется уйти в лес. За мной просто гонится, а блин, дайник сейчас очень сильно зафейлил. Побежал туда, и я ничего не могу сделать здесь. Нет смысла кидать стан ни в кого, я не нанесу никакого урона. Крипов не добиваю вообще. А я в супер говне, для меня эта игра почти закончена, кстати. Прикол в том, что... Нам этот лайн проебать, тут просто еще Bounty Hunter. Нам не дадут убить. Атаковать нет смысла, Дазл похилит. Я только ДМГ получу. Мне надо идти в лес, по-моему. Тут пизда на лайне, мы проебали его. БХ не даст выиграть лайн. Ну есть манга, но я не знаю. БХ не даст выиграть лайн. Я умер. Да, я умер. Да, игра закончена. Да, была ошибка. Идти надо плайн. Тут уже камбэка нету в этой игре. Она закончена для меня. У меня ничего нету. Эта игра закончена. Я не вижу камбэка.
Мы все потеряли. Я выжить тут тоже не мог, я просто умер и все. То есть первый раз, когда я дал стан, я знал, что я, скорее всего, сдохну после стана. То есть мне не было смысла давать стан, но не давать стан тоже, это как АФК стоять. Ну короче, на вопрос идти в лес. На похуй на Баунти Хантера. Потому что в лесу аниме не было бы не все так плохо, как на лайне. Теперь камбэка нет уже, мне кажется. Я буду крит качать. У меня аниме мана не будет. Чел АФК пишет, дай ему ТП. И стоит АФК. Это гениально всегда. Я опять умер или что? Ну а что я сделаю? Я стою один против троих уже. Я не вижу смысла в эту игру уже. Что пытаться сделать, у меня все. Ну все, эта игра закончена по факту. Да? Она закончена. Все. Я камбэка не вижу. Не, на 4 минуте даже сапога нету, то есть это, ну, это... То есть лучше я пошел в лес просто. Как я хотел, изначально. Тут все проебано. Кстати, магом уже стоять нереально. Ну, куплю я ТП, вернусь на лайн. Что мне это даст? Ну, ничего нету, чтобы играть, вообще ничего. Какая-то непонятная тамба, которой он просто золото отдает. Нереальное количество золота отдал Баунти Хантеру. 150 что ли отдал? Сколько, 125? 150 вроде, да, второго левела он тамба. Андайн качает тамбу против антимага, это пизда. Да блять, играть невозможно. Они 3 на 2 нас уничтожили, и эта игра закончилась. К сожалению, но так есть. Блять, супер ошибка, зря я пошел на харду, супер ошибка. Лучше бы я пошел в лес. Тем более Undying аниме качает тамбу, а не дикей. Undying аниме выигрывать не собирается, насколько я вижу. Он со мной фармить собирается, когда у него на него ничего нету, что он собирается нафармить. Верьте деньги! Распорядок дня: попить 1, пожрать 2, посрать 3, поиграть в доту 4, пожахаться в жопы с друзьями, модератор. Если бх опять здесь, я опять сдохну. Ну я опять сдох, получается, или что? Они просто тамбу убивают, который он прокачал. Зачем он его прокачал, я не знаю. Ну ладно, я свой сам проебал. Я ничего не могу сделать, это я юзал слишком. Я уже не реагирую на происходящее в игре. Я поплыл. Как он мог проебать мид, если БХ стоял на топе? Что загадка для меня тут. Ну вот у меня на 8 минуты фаза, это камбэка не существует. 5 левел, фаза, то есть не пошло. Так, они его не убили, пизда.
Он сразу ульт нажать не мог, да? И он умер или что, блин? Ой, блядь, ну не пошла игра, ну пошел дабл хард с андайнгом, и это была супер ошибка, это была критическая ошибка. Тут камбэка не было просто. После этого. Я теперь с фазами на 8.40. Тут все. Нахуя я дабл хард пошел, блядь, надо было в лес идти, просто в лес. А я пошел дабл хард. Это критическое. Ну что, как я могу камбэкнуть теперь? У меня же ничего нету. У меня даже нет для денег на ТП. Надо портиво еще купить. Надеяться, что Старк тащит. Ну, Старк походу лоу-скилл. Судя по тому, что я на меди видел. Ну может не лоу-скилл, хз, посмотрим. Но походу лоу-скилл. На первый взгляд. И у нас просто инвокер проебал мид, когда он стоял один на один с Лишраком, а как-то возможно. Лишрак же слабый. Встанешь. Кого и как. Кого и как застанешь. Невидимого героя или что? Найс ростук. Найс кик. Сейчас Нуруб заберет руну здесь. Не успею. Да, слабил. Я станю вот сколько-нибудь. Шипка. Я его убью в соло. Сделай слип. Это он крит выпадет и убью в соло, даже этого нету, ничего нету у меня. Старк вроде не умирает, у него 3-0 кз. Рейюз. Пиздец, барабаны на 100-тысячной минуте будут. Эпик. Это уже попахивает дефолтным Рескингом моим, когда ко мне пришли триплой. И когда я в тильте начал фидить, но я не фидил в тильте и не ошибался, по сути, так как-то критически. Просто стоять нельзя было. Ты стоишь, а ты умираешь. Там ничего не сделать. Вовремя, ебать! На фраг. Ну ладно. Иди нахуй, что ты пытаешься давать крипов, блядь? Слышишь? Почему все отошли, блядь? Неужели он, у него поддержка есть? Твою мать, ну блядь! Ааа, фастбутсы! Сори! Шо, шо, шо? Крит, дай сейчас крит, дай сейчас крит! Ай, ладно. Ну как, блядь, он достал меня! А, понял, Старк лоу скилл, как я и говорил. Ой, все. Блядь. Я еще антимага не догнал с фазами включенными. Это был мой единственный шанс на победу, догнать антимага и дать крит. То есть я понадеялся, что я смогу это сделать, потому что других шансов выиграть я не вижу просто. Ха! А как Старк умер, как ебаный Кэрри умирает просто на ровном месте. Сука, ЛС ебаный, я забайтил максимально, еще умер из-за этого. А мой ЛС умер. Охуенно, чё. А антимаг остался жив. Ну если я прокачал эти криты, то надо на них рассчитывать. Верьте деньги! Папаня, что думаешь о том, что хуйсос дебиль, превращающий твой топик на ТД в клоаку, до сих пор не забанен? Какое похоже, я он жахается в анал с дев релем и имеет полный иммунитет. Другого какое я имею отношение, блять, к
Кстати, я очень хорошо себя вел в этом году, и поэтому попросил у Санты твою сахарную попку. Все, один, тогда иди нахуй. Раз такие дела. Пауза ставится, когда я нажимаю кнопку, которая не отвечает за паузу, это чтобы вы понимали. Да, он убил просто. Джинки! При чем такой ЛС? Супер ошибка, это то, что ты не позвонил мне после вчерашней ночи. Богдан. Чего торнадо не дает сразу? У него есть уже батлфири? Ну, блядь, конечно, у меня... Сейчас будет только-только барабан, у чела уже батлфири. Бля, мне даже одного крипа не надо добить на барабаны. Сори. Как это Старк может Аной АМ? Как это возможно вообще? На Салтара на него нападать. Именно атаковать его по-серьезному. Как иначе? Да почему мне тут фарми никто не даст один, блядь, ебаный крип? Дети шлюх конченый. Мы будем тут драться на миду или нет? Куда он порталится, блядь? Radiant structures are fortified. Что это? Что это? Что? Да ну нахуй, эту игру не отыграть, тут лоу-скиллы слишком. Что это? За ТП? Что? Почему зомби в стане оказался? Да что творится нахуй? Ну игра нечестная, это видно сразу. Мало того, что я пошел на харду зачем-то, ошибся, блядь, с выбором, куда идти. Так за меня еще ЛС играют опять, какие-то нереальные. Блядь, нахуя я пошел на харду? Нахуя я пошел на харду? Нахуя я пошел? Почему ты под стан двое остаете вы? Ну что совсем... Вон же чел, добей его. Нахуй, на тебе крит, блядь. Пизда тебе. Я ничего не получил. Я возрождаюсь, и я не получаю ничего, потому что, блядь, проебано. Ну, блядь. Ну, просто убили героя со стриком. Ну, не со стриком, а отложенного. Я ничего не получаю. Потому что я даже ассист не получил, потому что я мертвый был. Пизда ебаная, блядь. Ну, что такое? Где мои лакичи, блядь? Вчера потратил. I'm gonna take Aegis. Use fucking spells, invoker, you fucking trash! Use cold snap! I want to take. I'm too useless. Ебашим сразу этого дауна. Нахуй. Еще один. Крит, потом нихуя, блядь, никаких вот хитов. Это не мое? Тут не задефать, у него Battle Fury уже. На самом деле оно позднее. Но не вы, печально. Зачем купил ТП, если мне тут футов? Потому что я дал он. Вот еще. Хуя я на харду. Хотя, может, блять, я в итоге пошел на харду, а антимага позднее бы. Может, было бы еще хуже. Я не пошел на харду, но могло бы быть на 12-й. Не знаю. Почему ты АФК дал он? ББ. Ладно, не все так плохо. Может, мы еще и сможем что-то сделать в этой игре. Только мне надо БКБ собирать после бэдмейла, походу. Потому что я буду не конкурентоспособный. В драках. Блять, вот охуенно, что появились эти големы. Просто видите, как я кайфую, теряю все хп. На меня еще идет ебаный сын шлюхи на лишраке. Просто думает, что я слепой.
думает, что я даун. Иди нахуй. Что ты меня держишь? Что? Я не отменял его! Он сам! Не фить! Я тебя. Во-во-во-во. Бля, что за сын шлюхи на Вокере? Все, Богмела есть, можно наконец-то видеть, что делать с Эйбисом. Богмела не было смысла не войти. Ну, Богмела есть в скобочках? В скобочках нету еще. Как мы пойдем пушить без инвокера? О чем это вообще сейчас речь? А уже есть БКБ? Отлично, на 19-й. Отлично. Ай, а, курица мне не несла шмотки мои. Это, оказывается, не мои шмотки, это, блядь, я их не заслуживаю. Пизда ебаная, блядь. Куча дота. Ну нормально, на самом деле. Ну чё, если ты только попал, было бы еще лучше, конечно. Нормально. Когда оно придет, блядь, ко мне? Через 1000 лет, через 2000 лет, через 5000 лет. Это я обожаю, когда курица идет обратно, когда ты умер в Аегисе или в ульте. Антимаг еще где-то умер, ебать хуесос ЛС. Your king moves of his own accord. We can go. Ну это плохая идея. Вот чел. Отлично, не пойдет дальше. Я под треком. Опять убили антимага, ебать ты, Био Мусорыч! Как это он умирает? Как он вообще умирает? Как можно антимагом 13 левела пойти где-то умереть случайно? Против этих героев? Да ясно, у меня зомби такой же. Просто умер. Прикольно. А типа ты не знал, хуя себе, Блинк Даггер, Breaking News, ебало Николас Кейджа. ЖПГ. Дай крит, мне надо побыстрее помочь. Помогаю, иду, парни. Иду, работяги. Was nice. Прикольный смог. Мне понравился. You have to push, guys. Почему сюда идет? Сюда блинками идет. Верьте деньги! Да-да.
Рик Эдуардес, меня зовут Коля Петухов. Мне 10 лет, я учусь в 5 метрах в классе. Мы с друзьями очень любим твои стримы, особенно когда ты орешь в сале нового Ника. Я толстяк, поэтому меня одноклассники зовут Торфик. Может быть, покроешь меня взбитыми лапами? А я бы тогда был своим карамельным леденцом. Ну что, по частан откидал ебаный? Давай догоним его. Бачня нахуй. Эх, как охуенно быть не единственным керри в команде. Даже на харде насосавшись, я не выигрываю. Суть в том, что Варис Кинг супер полезный герой. Пожалуй, один из самых полезных в доте, блять. Но, когда тебя контрят, пока да, и союзники хуесосы. Соло кэрри это сложно. Все, что мы выиграли или как? Опять, ну, собственно, я не единственный кэрри, четвертая игра подряд и четвертая победа подряд. Не, братан. Ты бегнеть, гащи. О, туда добегать. Я сейчас стоп. Да, я стоп. Но это я не я виноват, это хуесос виноват. Который полез. Убил нас двоих. Что ты сделал, блядь? Нажми тракпак, нажимай кнопку, жми. Жми кнопку по КД. Найс. ГГ. ГГ. Есть, короче, фишка со сном Бэйна. Он, короче, то ли бахнут, то ли что. Если кто вдруг не в курсе, когда ты на вас сделали сон Бэйна, и при этом, вот представьте ситуацию, чисто вот теоретически. На вас сделали сон Бэйна, и вас летит стрела Мираны. Вот. 5 сек летит, вам пизда, да? А, нет. Если вы на Сларке будете жать, пока дает Дарк Пакт, то стрела Мираны вас типа попадет, но Дарк Пакт сработает. Вот в этом фишка сна Бэйна. Чтоб вы понимали. Типа он хуёвый на самом деле. Что ты можешь Дарк Пакт пожать во сне. Такой вот рофил. Можете затестить. У меня это срабатывало, не знаю, в 90% случаев. Это очень жесткая тема. Это очень обузная тема такая. На найсичах. Что он делает, этот инвокер, трэшвокер? Не, Лишак, я пизда. Это, блядь, не начало 2015-го. Кавычка 2000... Скобочка, то есть, скобочка 2040-го. Тут ты уже Лишаков не потащишь. Тем более, Лишак без БКБ, против Сларка, против Бладмейла. Хуесос еще опять умер, блядь, что он там делает? ГГ. Ну хули, 4 в ряд. Потому что не мейн керри, который, собственно, единственный. Я не против быть мейн керри, я не против. Потому что, блядь, я лучший игрок, то есть я, очевидно, мейн керри лучшая кандидатура. Но когда я мейн керри, я почему-то единственный керри. Здесь хуесос ничего не имеет, здесь хуесос, вот вы видите сами какой. Который, если его не тащить, то он... Сларк его тащил, по сути, этого инвокера. И в итоге, когда ты мейн керри против контры бесконечно, то есть наруба пикнули, блядь. Ну, вы поняли вся суть. Что я хочу сказать, что... Про тебя пикают контру, и почему-то у врагов 3 керри, блять, ебаных, со шмотом. А у нас только я керри со шмотом. Я единственный. Мейн и единственный. Нихуя не получается выиграть, нереально. На проклятом аккаунте, тем более, собственно. Ну так это, собственно, опять же, суть того, что я пытаюсь занести.
То, что у врага три королей со шмотом. То есть проклятый аккаунт. Как я должен против трех королей со шмотом, у которых еще моноберны, выигрывать на Варскинге как мейн керри, который единственный керри. Одно дело, если я пикал Варскинга как мейн керри, да, а тут на харду шел какой-то вот другой помощник. То есть, не знаю, любой керри, который будет с фармом. И с мида был герой с фармом. Тогда изи, тогда вообще изи. В таких ситуациях у меня 100% на победу. Почти что. Когда у меня с мида есть герой с фармом, и когда у меня на харде есть герой, там, не знаю, тускар какой-то с андайнингом, плюс один, ну, типа, или тускар, или андайнинг, плюс один керри. Надо тускар или андайнинг его саппортит. А вот такое, если, не знаю, если бы Старк вот, был бы, я не знаю, пошли бы они там вот тускар плюс андайнинг на топ, да, и бы так же самое выебали 3 на 2, в итоге я был бы единственным керри, потому что инвокер хуесос, мы бы проиграли. А так, получается, Старк пошел керрировать, я пошел страдать на топ. Я там пиздец настрадался, но anyway, в итоге у антимага дауна леснула. Battle Fury на 16 или 17, у меня нихуя не было, у меня барабаны на 11, но, как видите сами, anyway. Сларк в итоге тащил, я помогал, и anyway, мы выиграли. Четвертая подряд победка, когда я, собственно, не мейн керри. Найс. Только так играть на проклятом аккаунте. Я обманываю проклятие. Я 4 игры подряд не мейн керри. Вот. Лесник 8.1.7, супер полезный. Опять лесник. 10.4.18, тут пришлось чуть ли не в Солянова тащить. Сладдар помогал. Опять лесник 7.1.8, это на стриме сегодня было. Ну а сейчас на харде пошел страдать. Тут я, конечно, меньше сделал, чем в предыдущих трех играх. Но anyway, как бы 2.4.15, anyway, порядок, КДА 4. Пойдет. Тоже сделал нормально. Пойдет. Конечно, Старк сделал намного больше, но он и должен больше делать. Я страдаю на харде, а он стоит на изилайне против соло харда. То есть, тем более это нруб. Для Старка нруб это изи герой. Старк обязан тащить. А, мой инвокер, как инвокер проебал мид, блять, ну это... Вы же видели, мы стояли 2 на 3, Баунти Хантер был на топе, то есть Баунти Хантер всю игру на топе, но инвокер проебал мид 1 на 1. Как это происходит? Как это происходит? А хуй его знает, что-то... Так, сколько времени? 15.46. Мне надо будет отойти около 6 часов. Ну, я, наверное, отключу стрим в 5:30, если я еще буду стримить вдруг. В принципе, по идее, могу еще 1.5 часа постримить, но я доту не хочу уже играть. Доту я наигрался пока. Counter-Strike я уже стримил. Казино никакого не будет, потому что я те 150 вывожу. То есть я не буду, ну, как бы явно в ближайшее время на свои. То есть я уже их считаю своими, то есть я их вывожу. Как бы... Казино не будет. Покера тоже. Покер я вчера играл. Конечно, не то, на что я хотел, на что я рассчитывал постримить. Типа, подолго поиграть, на пару часов. Типа, посидеть за столом, 5 карт или, собственно, холдем. Ну, хоть что-то было вчера. Короче, я обещал героев постримить, помню. Ну, как обещал, блядь. Вот это не относитесь к этому как обещанию. Никогда, никогда нельзя быть уверенным, будет ли подрубка, буду ли я стримить то или то. Это все по желанию. То есть, я вам не обязан. Не надо меня делать обязанным, потому что если я буду вам обязан, то получается это будет работа. А я работать не хочу, не желаю. Лол, 21.09. Лесной ВК выигрывает за 21 минуту, за 23 минуты. Ладно, я сейчас героя буду. Немножко АФК, пару минут и год героев. Прощайте, зрители! Дота-зрители. Так. Сейчас я экран подрублю, сек. Секич. Сек. Вот и экран подъехал. Я буду в героев играть, думаю, вот где-то до 5:30, если я не сдохну по фасту. Если мне надоест, то может раньше офну, посмотрим. Хотя, конечно, не любитель играть в игры против компьютера, но герои это герои. То есть, я в герои даже против компа готов играть. Я еще думал постримить Dark Messiah of Might and Magic, но проблема в том, этой игре, что вот, ну, там нельзя как-то вот что-то поиграть, типа рандомное какие-то там, побегать, рандомное что-то. Там именно только проходить синглплеер, то есть то, что я уже кучу раз играл. И на самом деле там не весь синглплеер интересен. Вот в Dark Messiah только половина интересна. А половина там унылые локации,
просто, ну, уёбищные, и файты там тоже неинтересные. Ну, в смысле, половина. А половина охуенно просто, и файты cool, и всё cool. Пока героев по стриму, Dark Messiah посмотрим, еще не знаю. Вэри посмотрим, на Вэри Вэричах. Нахуй с памяти казино. Давайте деньги, будет казино. Вы чё, рофлите, блядь? Ты чё должен... Вы, это... Не надо спамить казино, блядь. Смешно, когда челики... Я уже тысячу раз повторял, что я плюсовый игрок. Я не буду бездумно просто проигрывать. Я не могу быть вот таким вот дауничем. То есть, по сути, вы мне предлагаете ради вашего удовольствия проиграть, именно проиграть, потому что я сейчас явно, как бы... Я для себя решил, вот те 150 я на профитаночек вывожу, и все. То есть... И я доволен. Нахуй не проиграл. Верьте деньги! Привет, Артас. Я твой самый преданный фанат. Желаю тебе всего самого лучшего. Сейчас Новый год, время чудес. Написал письмо Деду Морозу. Да, оно про тебя. Я мечтаю, чтоб мне подарили тебя. Ты сексуально лежишь на кровати, попка смаз... Так и мне поиграть. И как мне поиграть? Хочу снова людишками. Ну, я снова сыграю людишками и Орином. Тут есть Абулс. У него баллиста фри. Фри апгрейд баллисты, это очень жесткий абуз. Так. Да. Так, ща я приду. Я АФК, может быть, минут 5, не больше, потом буду играть. Надо игру поменять, я как всегда забываю поменять игру, но это сложно. Все сложно вообще. The Shadow of Death. Но нет. Почему нет In the Wake of Gods? Или есть? А, есть In the Wake of Gods. Чё я ж не находил я раньше. Всё, ща приду. Ща приду.
Итак, я вернулся. Погнали. Погнали. Кстати, я не знаю, почему много человек просило Героя 3 постримить. На самом деле это... Я, ну, вот... Хз, как для зрителя вот это вот Героя 3 наблюдать. Тем более против компьютера, а не против человека. Против человека я никак не могу играть по той причине, что, ну, эти вот герои 358F плюс Era 2.1. Ну, это нереально. Они слишком... Тут много опций не работают в мультиплеере. Они багнутые в мультиплеере, многие опции. То есть, а я хочу именно играть в это. То есть, куча этих фишек. Понимаете, я герои играю, я не знаю. Вот сколько мне было лет, когда я начал... Кстати, надо чекнуть. Да, было какое-то сообщение. А нет, да хуйня. Так. Чё я говорил? Бля. А, я герои, это моя первая игра на компьютере. Короче, вот когда вышли Герои 3, самые первые, не помню, это Restoration of Erafia, вроде, да. То есть самые-самые первые еще. Мой папа откуда-то их достал. И, короче, я пошел к нему на работу и плеял там в Герои. Я не знаю, сколько мне лет было, то ли 9, то ли 10. Мне было настолько мало лет, это была моя первая игра буквально на компьютере. До этого у меня были, собственно... До этого я играл в игры на приставках, там Super, потом Sega и т.д. Ну, короче... Не, Sony у меня уже не было, у меня был компьютер, Sony у меня уже не было. Короче говоря, Герои это моя, так сказать, первая серьезная игра, именно вот Герои 3. Моя первая серьезная игра, в которую я вот катаюсь. Поэтому мне супер неинтересно играть обычные Герои 3, вот дефолтные, скажем так. Ну, я же в них играл всю жизнь, это я уже давно их наигрался. Как бы они слишком ограничены. Мне нравится именно вот этот вот блок 358F с кучей настроек. Вот. Без этого я играть не могу. Мне неинтересно. Так. Не построилась башня. Я буду рестартить, пока башня не построится. Потому что она должна построиться. Иначе хуйня. Нету башни. Рестарт. Кстати, я карту проверю. Ладно, будем играть. Надо рестарт, чтобы башня появилась. Бесит, что не поставили опцию в Воге, чтобы постройка второго левела появлялась 100%, то есть там рандом. Или появится, или нет. Маленький шанс, надо рестарт, чтобы появилась, наконец-то. Так. Так, у меня нету грейджного арбалетчика. Вот что плохо. Мне надо где-то достать золото теперь, чтобы загрейдить. Мне еще надо... Командира другого мне надо нет, от меня надо с баллистами, которые... Так, золото здесь. Золото здесь. Нет, тут больше золота в эту сторону. Окей. О, кстати, монахи есть. 3000. Блин, зачем так рисковать? Зачем так рисковать? Так, ну, сначала префектуру поставлю. Купить еще одного челика, зачем мне нужен? Денег не хватит ни на что тогда. Мне бы еще кузницу построить, но денег не хватает дерева, то есть им денег. Я мог баллисту взять и обузить. Пить вождя людоедов. Мне нужен именно этот с баллистами челик. Но баллиста у меня пока нету. И у меня никого пока нету. Так. Тяжелый арбалетчик. Копейщиков. Я все-таки оставлю на мясо пока. Надо забрать у гоблинов кучку. Я лучше заберу, наверное, для меня дерево на баллисты. Для кучка тоже найс. Это невозможно убить, это тоже. По сути, мне только дерево забирать. И все. Что-то сложно.
И на лодку садиться. Тут больше нечего делать. Сундук. Золото еще. Ладно, я пойду сюда. Или нет? Да. Или нет. Надо купить еще одного героя. Вельки Дженки! Привет, Виталя. Когда ты рассказывал про Никербокера, замутил тебя, чтобы ты не спойлерил. А теперь, когда смотрел, интересно твое мнение. Расскажи, плиз, про него и вообще про сериалы, которые смотрел в последнее время. Пожалуйста, обычно... за сотку. Я обычно не спойлерю. Стараюсь не спойлерить, я не фанат. Вельки Дженки! Такой хуйни, скажем так. Анил Бухтаяров, я люблю тебя больше жизни. Давай начнем все сначала. Похоже. Рассказать про Никербокер и про сериалы. Я не смогу вот за стрим, мне не хватит всего стрима рассказать про все сериалы, что я смотрел. Скажем так, у меня есть в моей группе ВКонтакте линк на мой My Shows, то есть сайт про сериалы. Там различные оценки сериалам выставлены, ну, которые я смотрел. Собственно, ты можешь увидеть, что я смотрел. Там можешь чекнуть. Никербокер — отличный сериал. Мне, ну, то есть, за ник, блядь. Это вот Никербокер, название, это пиздец бесит. Сразу палишься, что ты смотрел в дубляже. А я, собственно, в оригинале смотрел, потом меня бесит. Короче говоря, я смотрел очень много сериалов. Из последнего, вот буквально за последние годы, так сказать, самое лучшее, что я смотрел, это сериал Penny Dreadful. Это самый лучший сериал, что я смотрел за последние годы. Я его оцениваю крайне высоко. Он очень атмосферный и очень охуенный и уникальный, очевидно. Я просто с него в шоке был. Насколько же охуенно. Я не ожидал, что нечто такое снимут. Что еще из последнего? Ну, такого прям супер. Прям супер, не помню. Из того, что я вообще смотрел из последнего, можешь чекнуть опять же, вот я сказал, в группе ВК есть линк на мой My Shows. На сайт для сирики. Различные. Я оцениваю. Вообще, где можно посмотреть, что я смотрел? Всем скучно. Ну, вырубай подружку этой игры. Стрим, доту или аппараты. Ну, как бы, ты знаешь, что я, бывает, стримил по Фрикстайл, там вообще 1000 зрителей. Виталий Иванов, 25 лет, Винница, улица Зодчих, Подолье. До стримов продавал телефоны. Сейчас этим занимается в свободное время для дополнительного заработка. Шепот. Не благодарите. Не благодарите. Так. Конкретно сейчас из ангоингов ничего не смотрю, все в паузе. Супернатуралы жду продолжение 10 сезона. Ходячие мертвецы тоже жду продолжение сезона. А не помню, какой 6 уже или что. Какой еще я смотрю сейчас сериал? Короче, супернатуралов, мертвецов. И что-то еще было, но я не помню что. А! Никербокер, собственно, закончилось. Да. За ник. То есть пока что жду продолжение супернатуралов и мертвецов. В планах посмотреть сериал когда-нибудь, не знаю когда, Californication. Но это только в планах. Мне кажется, он просто хороший, не особо там супер. Поэтому я пока тяну. Не смотрю. Так, у меня колодца нету здесь, чтобы половить рыбку. А, есть колодец, кстати, можно идти в колодец. Че же я туплю, вот же колодец есть. Так, этого челика делаем, чтобы было больше мувспида. Зомби 5099, я даже не знаю, убью я их или нет. Артефакт не особо важный, он дает воздушный щит. На всех юнитов, нахуя мне воздушный щит на данный момент. Кентавров тоже опасно вроде.
У них мулспид хороший здесь, на этой земле. Не знаю. Подожду уже прирост, что ли. Можно пойти убить их челиков, отбить ртуть. Думаю, так и сделаю. Так, мне нужна кузница в первую очередь. С баллиста я смогу пойти ебашить много кого уже. Не-не-не, я не успею туда. А, не, они его не успевают. Меня не хватит. Там нельзя слоу-ходами колодца ловить. Надо ходов побольше иметь. По поводу пострим что-то другое. Про казино я ответил. Вот понимаешь, что казино это не бесплатно. То есть я не хочу играть. Я за свой счет уже поиграл. Я вчера в покер играл, типа, считай, что вот, закинул $25 и поиграл. Проиграл, пошел, на $107 ебанул, на все ебанул. То есть ты хочешь, чтобы я каждый день ебашил на все, ты хочешь, чтобы я, не знаю, закинул свой баня, не знаю, блядь, сколько у меня там есть, и на все ебанул в кубики, и потом на автоматах играл. Ты понимаешь, что это невозможно? Я плюсовый игрок, я буду играть только в плюс. Я не буду играть в минус и своими поражениями развлекать зрителей. Лишь бы меня смотрели, что, как я проигрываю, смотрели. Я плюсовый игрок. Я вот выиграл, я считаю, вот нормально постримил, заодно выиграл немножко, порядок, пойдет. Тут потери будут по-любому. Ну да, герои не особо интересная игра для стрима, но вот, не знаю, я в герои всю жизнь играл с самого детства, мне всегда будет интересно играть в герои, просто вот даже против компьютера. То есть, хотя я ненавижу играть против компьютера, как бы, как видите, я стримил обычно или доту, или червяки против людей, или вон казино тоже, тот же покер, как бы, как ни крути, казино хоть ты играешь против компьютера, но это типа деньги, ты играешь против казино, в покер ты играешь против людей на деньги, то есть, в Counter-Strike тоже против людишек. Блять, найс дауны на проходе стали, охуенно. Они еще это неделя гнолов сейчас будет, пизды давать мне. Не, апнулся арбалетчик? Нет, не апнулся. Ну, печально. Минус 6, это как? Что за рофл? Эпич. Да я пройти не могу. Ну ладно. Ну, хуйня, их немного. Верьте деньги! Привет, это Джонни. Сейчас идут зловещие мертвецы с Брюсом Кэмпбеллом, все как 25 лет назад. Если классический фильм ужасов с отрезанием руки бензопилой тебе понравился, чекни. А, я знаю, что это такое, но я не буду смотреть. Почти 100% не буду. Не, я убью лучше восьмерку. Если мораль выпадет, то мне не страшно. То может арбалетчик пострадает. Оригинальные фильмы я смотрел, не знаю, рай, что по телевизору, да и то не полностью. Я никогда не был фанатом «Зловещих мертвецов». Поэтому сериал смотреть не буду. Я не фанат этого. Ну, конкретно, вот конкретно этого.
Мне кажется, слишком какой-то трешак. Ну, перебор. Я люблю, что вот было как бы хоть какая-то реалистичность. Вот самая лучшая, так сказать, грань между трэшем и реалистичностью в сериале «Спартак». То есть сериал «Спартак» — это, пожалуй, первый сезон, именно первый. Я вот фанат первого сезона сериала «Спартак», который 2010 года «Спартак. Кровь и песок». Именно первый. Вот я супер фанат этого серика. Мне он даже больше нравится, чем «Пенни Дредфул». Вот, это совершенно разные вещи, но я так просто сказал. Короче говоря, вот там вот, это, пожалуй, самый яркий пример, где вот грань... Леди-деньки! Вот кое-как соблюдена. Спасибо за стрим Героев 3. Есть очень важный вопрос для тебя. Кто тебе больше нравится, Дейв Рейли или Джус? Кого бы из них выебал в рот, а кого в жопу? Блять. Леди-деньки! Сериалы, по факту, посредственное говно для быдла. Жвачка для ума, снятая для тупых америкосов, прикованных к Нетфликсу. Смотрю их только дауничи. Я очень удивлен, что ты, Виталя, о них такого хорошего мнения. Позволять себе тратить столько времени в никуда может только умтер меньше. Что ты несешь, блядь? Ты типичный, не в обиду, даунич, который думает, что как бы определенное провождение времени... Вот, неважно, что ты делаешь, оно почему-то лучше, чем смотрение сериалов. Я уверен, что в твоей жизни, если не 90%, то не знаю, по меньшей мере 75% времени, такое же, так сказать, хуёвое времяпровождение, как и смотреть сериалы, то есть в кавычках хуёвое. То есть я бы смог обосновать, что вот, как минимум 75% того, что ты делаешь, такая же самая, как бы, по пользе вещь. Ну, блин, вещь. Ну, так же самое по пользе, как и смотреть сериалы, то есть никак. Типа... Я абсолютно с тобой не согласен. Так можно сказать про что угодно. Абсолютно про что угодно можно сказать, что это, блядь, ни о чем. Абсолютно про что угодно можно сказать, что это проеб жизни. Абсолютно про что угодно. Просто абсолютно. Про что угодно. Так что, как по мне, ты пронес хуйню. Будь доволен тем, что ты пронес хуйню. Я полностью не согласен. Можно сказать про все что-то, типа ты хуйню делаешь. Вот я сейчас стримлю, можно сказать, что я хуйню делаю, типа я мог бы делать что-то другое. Про все можно сказать, даже когда я... Да вообще про все. Что бы ты ни делал, можно сказать, а, типа, хуета, жвачка. Вот суть этого героя, что, короче, ему... Тут не только точность на всех касается ранженитов, тут еще, ну, помимо бонуса к меткости, тут еще баллиста будет фри повышаться. Тут уровень баллиста можно повышать вот этих героев, то есть уровень. Она будет фри повышаться каждый день, то есть на следующий день она будет левел, ну, а не, я еще левел не апнул, так что нет, не будет. Нет, да, левел сначала апнуть. Тут его переименовать можно. Кого мы знаем из лучников? Кто вот эти лучники? Не, сложно. Нет. Нет. Сложно, короче. Ну и так хорошее имя. Го убьем чертей. Или зомбиков. На монахов я не пойду. Сложно. Голубый кентавр, короче, заберу сундук. А, я потерял копейщика? А, нет, нихуя. Так, что бы ему прокачивать? По идее, хотелось бы, чтобы он тоже стрелял, но ему надо выживаемость главное. Потому что пока он живет, баллиста просто нереально хуярит. Вы себе не представляете, как баллиста хуярит, пока этот чел живет. Потому что этот чел своей специализацией апгрейдит баллисту фри. То есть баллиста всегда максимально левела. А этот чел добавляет баллисты, количество баллист. То есть пока командир живет... Баллиста настолько сильно хуярит. Короче, баллиста — это самый сильный юнит вообще среди всех юнитов вот здесь. То есть большую часть игры баллиста — это самый сильный юнит. Ну, если прокачать артиллерию, баллиста — это самый сильный юнит будет. Вот с этим и с этим героем. То есть
с этим командиром, с этим героем. То есть надо ему выживаемость качать. Я не буду качать атаку и стрельбу. Чтобы качать стрельбу, надо вот качать это и это. Буду просто качать вот это. Выкручу. Да, буду только выживаемость качать. Удача. Ну, пусть будет у меня anyway, два юнита с двумя атаками. Даже три. Баллиста с двумя атаками будет, арбалетчик с двумя атаками и, ну, этот, блядь, знаменосец, или как это называется, тоже с двумя атаками. Если что, тут навыки бесконечные. То есть это в этих... Ну, короче, блядь, я не буду объяснять здесь. Я уже... Типа, каждый стрим буду объяснять, что это совершенно другие герои, то есть это необычные герои. Если вы когда-то играли в Героев 3, это совершенно другие герои. Тут от Героев 3, как бы, только атмосфера, название, картинка. По геймплею, балансу, то уже другое. Верки Дженки! В школе Виталия Иванова изнасиловали в классе 6-7. Бля... После этого он замкнулся в... Бля... Ну ты думаешь, это смешно? Не, пусть будет урон пока. Оу. Мне надо артиллерию срочно. Вот срочно. Воздушный щит заимел на всех юнитов. Можно будет монахов атаковать. Блядь, я не знаю. Сейчас их 12 там, правильно? Типа, было 9, стало 12. Потому что вторая неделя. Смогу ли я отбить монахов к концу второй недели? Смотрим, может и смогу. Надо подумать. Что мне надо, чтобы отбить монахов? Мне надо грифонов поставить, что ли? Полететь сразу к монахам. Чтобы без потери арбалетчиков. На копейщиков не похуй, конечно. Нихуя. 4 серые или 1 знание? Конечно, конечно, серу. Не приходится, чтобы самому поставить монаха. Мне сейчас ресурсы нужны. Так, кстати, тут прокачивать способности вручную надо. Я забыл как. А, вот так. Доступно очков навыка 2. Берем один атаки. Один. И один защиты. Вручную можно. Я так сделал. В опциях. Так интереснее. Может забрать меч у магогов? Где гарантия, что я не буду арбалетчиков подставлять? Если я подставлю этих челиков в одну точку, будут ли их магоги атаковать? По идее должны. Хотелось бы меч забрать, вот точно. Хотя мне он не нужен. Можно и попозже. Мне он не нужен, на самом деле. Так, надо грифона выебануть. А, казармы. Что, надо для грифонов казармы? Что за хуйня? Третий день.
Ну, баллиста уровень 4. Она сама по себе апгрейдится, потому что вот специализация. Кстати, тут это не написано, наверное, забыли упомянуть. Пойду покачаюсь перед монахами. По-любому хочу их отбить. Very важно будет. У меня баллиста уже немножко прокачана. Вот бы артиллерию сейчас, чтоб выпало. Было бы nice. Может, какие-то ресурсы найду? Пошли. Что, блять? Нет, спасибо. Это монстры 8-го левела. Мото ФК. Ну, блять. Ну, он багнутый. Видите, там картинка была. Без картинки. Короче говоря. Все? Закончилось? Да, походу все. Так, новичка я могу уебать? Походу могу, если морали не будет. Да, не потеряю никого. Если будет мораль, то пизда. Побегу. Без морали. Куплю книжку и пойду, пожалуй. Получать 12 монахов? 12 монахов. Арбалетчика 25. Ну, блядь, для меня это плохо закончится. Что-то я не хочу уже идти никуда. Тут 12 монахов, 12. Арбалетчика 25. Они у меня не прокачаны, только первого левела. Тут ничего почти не дается. Ну, я получу пизды там, я не вижу смысла. Можно на следующей неделе взять, когда будет их 15. Не намного больше. На самом деле. Поплыть, что ли, пособирать ресурс? Почему? Каких средств? А, ну да, внутри. И вправду. О, оранжевый уже, ломится. Он без нихуя, как и я. Магическая стрела, сколько-то я урона ебанул. Нисколько, 45, 1 силы. У меня есть воздушный щит. Может, они не будут арбалетчиков атаковать. Бля. Может, плюс хп поставить. Я замечал, когда поставить, когда больше хп у арбалетчиков, чем у других юнитов, то они атакуют тех, у кого меньше хп. Не, надо урон ставить. Ой. Короче, я рискну. Нет, не рискну.
Я там получу пизды, и мне придется опыт стрим. О, красный пришел, блять, какого хуя. С войсками? Мне надо anyway, его пиздить. Кстати, он сундук не забрал. Бля, я до него не достаю. Бля, я не знаю, нахуй мне его пиздить. 12 монахов, 12. Потому что вторая неделя, значит 12. Изначально 9, стало 12. Допустим, у них 30 хп. Правильно ж, у них 30 хп. Вот, монах. То есть у него 30 хп. Магическая стрела убивает одного. Их стоит 11. Потом арбалетчики дают залп с плюс 1 уроном. Сколько их останется? Арбалетчики первые ходят или нет? Скорость 6. Скорость 5. А ну-ка. Там монахи или фанатики? Монахи. Именно монахи, а не фанатики. Потому что 25% шанс, что будут фанатики. А не монахи. Так, окей. Сколько я снесу урона? Ладно, я пошел. По идее повезет. 12 человек. Несложно. 18? А почему? Стоп, а почему 18? Что? Я думал, их 12. Стоп. Почему их 18? Так мне пизда, я не это. По-моему, надо идти вперед. Тут урон маленький у этих челиков. Плюс мораль. Нет, фига. Пизда, ну пизда! Именно арбалетчиков. Воздушный щит спасает, конечно, но не потерял шестерых. Это пизда. Ну, блядь, ну что за хуйня? Я думаю, если бы их было 12, я бы их сейчас разъебал. Изи вообще максимально, а их 18. Пиздец. Ну это нежданчик. Почему их 18? В обычных героях их было бы не 18, кстати. В обычных героях их было бы 12, я точно помню. Ну бля, я даже своего мода не знаю. Ну, я потерял 6 арбалетчиков. Могло быть и хуже. Кекич. Это у меня артефакт. Обзорку дает. Тут монахи еще такие есть. Это третий левел монахов. Красные. Фанатики войны. О, золото как раз, кстати. На найсичах пособирать. Ну, у нас деньги закупиться монахами. 9 штук. Ртуть пока впадлу забирать обратно. Хотя надо бы забрать, тут ресурсы заканчиваются. Но я ходы проебу. Ладно, хуй с ним, надо забрать, потому что ресурсы заканчиваются. Я поставил, чтобы ресурсы заканчивались, видите, вот тут 96 осталось, тут 68. То есть ресурсы заканчиваются, они не бесконечные в шахтах. Но чтобы это компенсировать, за монстров я поставил, что давали ресурсы. То есть вы можете у монстров отбирать ресурсы. Но тратится 500 МС при этом. Кстати, там магические драконы есть. Войска есть? Нет, нету. Нихуя. Зря я подошел. Так, надо самому монахов поставить. Куда мне пойти пизды дать кому-то? На элементале нет, надо вот здесь пизытать. Мне тут нечего фармить на самом деле уже. Вообще нечего. Арбалетчиков. Блять, меня монахи не грейдж, но я первый походить не смогу. Арбалетчики меня, наверное, будут атаковать, арбалетчиков. Но я хочу сундук забрать. Грустно.
грустно, если да. Ну, блять, что это делать? Еще потеряю арбалетчик. Опять. Два снять могу. А могу пойти вперед в надежде на плюс мораль. Которой нет. Ну, двоих потерял, ладно, не страшно. Эх, чтобы много банк сходить, в скобочках нет. Двух кристаллов не хватает. Где кристаллы у меня лежат? За элементалями. Как элементалям дать пизды? Инфа засекречена. Опять стреляющий. Но у меня есть воздушный щит. Да, ну, блядь. Я сначала прокачаюсь на ящерах. Какие герои есть? Их считаю, что... Не бы героя с поместьями. Ну почему ты не хочешь моралиться? Верьте деньги! Привет, Артас. Поиграй, пожалуйста, в Ведьмака 3. Игра очень интересная и сделана с душой. И да, язык оригинала русский. А, Ведьмака 3 я играть не буду. Сори. Мне Ведьмак не нравится игра. Выбачай. О, кстати, артефакт хороший там, реально. Для начала игры не очень хороший, но вообще хороший. Ну где же мораль ебаная, алло? Ого. Блять, как же теряю дохуя? Он дает деньги в зависимости от того, сколько у тебя юнитов. Чем больше юнитов, тем больше он денег дает в начале игры. В смысле, не в начале игры, каждую неделю, блядь. Что я несу? 15 монет за каждого солдата в начале каждой недели. То есть за каждого юнита 15 золота. Тогда я потери несу. Потеричи. Где два кристалла? А, ну, в смысле, руду могу обменять. Так. Чё-то цитадель поставлю. Тоже надо. Надо сюда сбегать. Тут, кстати, огров можно разъебать, наверное. Забрать Пандору и лук. Огров немного. На медузы я не пойду, блядь. Я опять потеряю всех арбалетчиков. На магов я точно не пойду сюда. На этих челиков я не хочу тоже идти. Я думаю, сейчас закуплюсь, возьму прирост и пойду, наверное, сюда. Тут по фарму. В принципе, можно захватить еще красных монахов. Как вариант. Как вариант. Кстати, если не ошибаюсь, я смогу апгрейдить этих монахов в красных. То есть третьего левела монахов. Если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Это было бы идеально. Так, монастырь я поставлю на следующем ходу. Потом я возьму кредит в банке и закуплюсь прирост. Вот так. Да. Все правильно. Меня тут, блядь, поджимают. Как я буду дефать город? Да, со всех сторон. Если я уйду в поход, в смысле. В конюшне нету денег. Не надо монастырь поставить.
Мне, кстати, вообще очень мало игр нравится, поэтому если вы будете предлагать игры поиграть, ну, у вас почти нету шансов предложить что-то, то, что я буду играть. Мне игры, если нравятся, то обычно это старые. То есть, ну, или же это, собственно, вот из новых, так сказать, в кавычках новых, Dota 2, Counter-Strike, Path of Exile. Все. Мне очень редко игры нравятся, вот очень редко. Я очень переборчивый, и я очень консерватор. Думаю, это известно. Бля, меня этот компьютер со всех сторон поджимает своими героями бомжатскими, которыми будут просто меня мародерствовать у меня по острову. Не на второго героя, кто будет отбивать эту парашу всю. Блядь, просто какая-то хуйня. А где деньги взять на второго героя? Мне ничего нет. Я бомж. Я на нищебродах ебашу. Как мне выйти тогда с острова, если меня тут поджимают везде? Какая-то хуйня. Надо брать кредит срочно. Надо максимум его закупать. Не, максимум не надо. Динарболичек 150, значит, это... Ну, примерно 2000. Тут 8 монахов, 8 на 4, это 3200. То есть на 5200, да, мне надо максимум брать. Я еще хочу конюшни поставить. Я его никогда не отдам, блять. Ну, когда-нибудь я дам, но не скоро. Во. Вот так. Что? О, с конюшнями достает лопедика. Верки деньги! У Виталика 10 сантиметров. Ничего не почувствовал. Я бы тоже из дома не выходил с таким малышом. Упс, мене вбивають. Ну, блядь, педрилы зажимают. Что это такое? Нахуй он там высадился, нахуй ты это сделал? Не, что у него замок может отобрать или что? Next ходом. Что, как это понять? Он может просто замок отобрать? Так вот зайти и забрать его или что? Ну я не успеваю. Нет, я успеваю. Бэ. Он может замок забрать просто? Вот так вот взять? Что это будет тогда? Охрану нет смысла покупать. Нет цитадель, у меня замка нет. Ой, бля! Сложно. Сколько времени, кстати? Мне еще не такое времени. Сейчас, сек. Так, бля, неужели он может просто забрать мне замок? Ну я в это не верю, я в это не верю. Я в это не поверил. Я не поверил, проверяйте. Минус один. Не мог он мне забрать замок, он же более не знает. То что-то по вроде фиксили AI компьютера, то есть компьютер в тени не видит, то есть он... Для него это тень, то есть для компьютера даже, то есть компьютер не может увидеть, что у меня тут замок стоит. Поэтому я подумал, что он сначала мельницу заберет, потом заберет лесопилку. То есть... Кстати, мельница это еще автоматом приносит. Чтобы вы понимали, почему я в него не захожу. Потому что это охуенный герой. Автоматом, как в четвертых. То есть тут многие фишки из четвертых героев взяты были. Что мельница вот автоматом приносит ресурсы. В нее заходить не надо каждую неделю и ебаться. Постоянно с этим.
надо вынести мусор. Мне тут, короче, походу зажали, я не знаю, что делать. Как мне выбраться отсюда. Кстати, в этих героях я еще сделал навигацию, вот когда прокачиваешь. Ну, даже без навигации, когда ты садишься в лодку, ты не теряешь все move speed весь. То есть, потому что это полный бред терять все просто ходы, когда ты в лодку садишься. Это как бы логики в этом никакой. А с навигацией прокачанной ты можешь меньше терять ходов, то есть можно в лодку садиться, ездить обратно, высаживаться и т.д. С экспертной навигацией можно охуенно рулить в лодке. Мудила, блять. Опа! Вот это вот сопротивление прокачивать против компа выгодно, потому что он тебя постоянно ебашит магия и по чуть-чуть снимает. По чуть-чуть снимает. Я могу убить ее, да? Не надо съебать отсюда самому. Плиз артефакт какой-то хороший, а не золото. Мне золото сейчас не надо, по сути. Ну как, надо, но не надо. Ну надо, но не надо. Надо, не надо. То есть, ну понял. О! Вот это у него войск, ясненько. Моя игра сыграна. Будем надеяться, что он сейчас пойдет эту Пандорку забирать. Получит пизды немного, я могу его добить. Но тут нереальное количество войск. Тут просто пиздец для меня. Я там вообще... Я пойду заберу, наверное, Гладиус Титана. Или что это? А, нет, это не Гладиус. Я, короче, пойду Земляных Элементалей разъебашу, пока у меня есть шанс. Это куча XP, я могу их реально разъебашить. Надо только поставить на урон арбалетчиков. Хотя, наверное, может и не смогу. Если их тут 250, то нет, конечно. Начну с ящеров. Эй. Что за... Опять золото? Ладно. Что поставить? Ничего. Мне тут ничего не надо, на самом деле. Я хочу только лучниками играть. Пока ничего не будет. Я буду муниципалитет копить уже. Оу, бать. Это он все фармит. Это пиздец, конечно. Педрила. Он еще троллей взял там, да он не все на духу я войск, он мне таких пизды даст, я просто, он меня уничтожит. Он меня просто уничтожит. Особенно если у него магия там есть еще хорошая. Пегаса мне не взять, оранжевого мне не дойти. Так, ну ладно. Только не по арбалетчикам. Ну, блядь, как это вообще работает? Ебаная сука. Говно. Какое лидерство, что ли, я не знаю. Мудрость пока не нужна. Что, проебал все очки? Как это, стоп? Не может же быть такого. Вот же у меня есть ходы. Все правильно. Так, ну чё, решающий момент в игре. У меня сейчас нету выбора. Вот, мне нечего фармить. Здесь я теряю арбалетчиков. Здесь я тоже теряю всех. Здесь меня везде поджимают. Здесь уже фармят. То есть, как видите, здесь уже все занято. Сейчас он еще заберет Пандорку здесь. Лук заберет. Здесь Пандорку заберет. Мне пизда. То есть, тут уже все фармят. Мне пизда. Мой единственный шанс фармить вот здесь. Если я этих големов сейчас не фармлю, ну... Не, экспы на самом деле тоже нихуя нет, мне бы хотя бы вот здесь получить, плюс урон, вот. Мне не хватает опыта. Вот, не хватает опыта еще почти 1000. Ну, короче, это мой последний шанс в этой игре. Сколько? А их дохуя. Их 140. Вот, ну, примерно как я ожидал, но все равно дохуя. Ой, бля, я не знаю, как я их зафармлю.
4 move speed, 6 move speed. Не, ну эта игра закончена. У меня нет выбора, или я их фармлю, и можно АФК оставать. Блять. 2! 2! Это пизда! Эта игра закончена. Как мне кайтить? А, блядь. Я не знаю. А, ну неплохо. Добрый почанток, кек. Даже артиллерия не прокачана, мне пиздец не везет. Так я, наверное, их добью, да? По 5. По идее можно раскайтить. На побольше удачи, побольше плюс морали. Но они все сюда пошли. Надо... Да, как-то... Я пойду туда. В выборах. Просто ловимся вперед. Надо время нажимать. Надо сюда идти, наверное. Они сразу даже не умирают. Найс. Ну, более-менее. О, прямая стрела. Нас. Так, тут время нажал. Нихуя. Вельки Дженки! Папич хэв SXCS. I want to enjoy his incredible beautiful body. I want to fool his papa viscom. Ну, походу, нас раскатил говнище. Раскатил говнище. Снище говнище. Да, походу, раскатил. Тут уже не проебать, наверное. Да, по-моему, уже все раскачано. Изи. Изи. Изи, изи. Наконец-то экспа. Мне надо вначале. Может, все-таки стрельбу прокачать. Ну, без урона стрельба будет. Не вижу смысла. А, впереди закрыто. Да, надо рейсы собрать. Ну, нормально для 400. 14 руды. О, дает командиру урончик. Вот, найс. Плюс 1% после каждой выигранной битвы. Найс. О. Микрокамбэк. Микрокамбэк. Ну, конечно, 35 арбалетчиков и 17 монахов против вот этого. Меня там просто уничтожат за 2 хода. Но это микрокамбэк, это начало. Начало. Тут ничего нету? Ой, что я делаю? Монахов моих забирают, блядь. Как же я хотел красных монахов. Типа третий уровень монахов. Было бы найс. Было бы найс. Было бы найс. О, сундук. Сундучара. Так, на замок поставить. 7-й день. По идее, мне хватит. Банк я не могу взять деньги, не? А не могу. 600. Окей. Или муниципалитет, или замок. На самом деле, мне лучше муниципалитет взять.
Так, пойду прирост забирать вот здесь еще. Дальше посмотрим. Ну, аниме мне, походу, пизда уже, но... По крайней мере, я пока еще могу поиграть. Бать, он все забрал, он тут все забрал. Там уже нереальные слоты. Есть мифрил? Не, мифрила нет. Жаль. Фарм появился на карте, это хорошо. Один. Больше нет. Поставить на эксплор болельщика. Мне до сих пор артиллерии нету. То есть я не могу обузить баллисты свои. У меня баллиста супер сильная должна быть, если будет артиллерия. Максимально сильная. Блять. Так, ну чё. Ладно, стрельбу прокачаю. Ну, типа надо скорость прокачать и атаку, чтобы была стрельба. Или нет. Не, всё. Без стрельбы буду. Ему главное жить. О, логистика. Наконец-то. Ну, тут я не раскачу, когда я со всех сторон зажат. Не получится. Потери, не хочу. Их. Ну, спида 8, они походят первые. В итоге. Что делать, куда бежать? Блять, хотелось бы медуз зафармить, но там такие потери будут. Что розовый тут еще уебывается? Блять, сколько там войск? Точно, наверное, его даже не главный герой. Как бы хотелось монахов. Эх. Кстати, комп не забирает почему-то монахов. А что мне делать вообще? Мне пизда. Мне никуда пойти. Тут тоже уже дохуя всего. Мне пизда. Мне никуда пойти, можно АФК вставать. Г-г. Плохо все. Даже никого зафармить, тут везде юниты, которые мне пизды дадут. Просто везде. Найс. Найсевич. Да куда поплыть? Везде пизды дадут. Везде. Вельки Дженки! Привет, Альфачич. Гоу, поплавки? Скинь денег на поплавки. Я не буду на свои.
Я так понял, все решили, что я буду каждый день их развлекать казино. Ну ты чё, рофлишь? Я поставил $150 на вывод вчера. Я плюсовый. Я их выведу и буду в плюсе. Все. Что мне делать? Этого я могу отпиздить? Могу. Ну а что толку? Ну, я на нем покачаться могу. Эй, я не могу пройти, блядь, что за хуйня? Что за хуйня? Я не хочу. Вот я на нем могу покачаться. Надо только на хп поставить, что ли. Арбалетчиков. Я же могу его отпиздить, блядь, или мне сейчас даже этот пизды даст? Похоже, походу даже он даст, вау. Что я делаю? У меня ж ничего нету. Я даже этого не отпизжу. Что я несу, блядь? Что я... Да не, мне пизда в этой игре. Да куда мне идти? Ну везде какая-то хуйня. Ну что такие сложные монстры? Какие нахуй пегасы? Да это пиздец. Ну пиздец просто. Такие пегасы, блядь. Почему тут маги стоят? Да нету... Мне пиздец. 16:58. Не уходи через полчаса. Да, пожалуй, все, парни. Тут эта игра, тут тупик. Я не могу никуда пойти, у меня везде пизда. Посланники воды, может их зафармить попробовать. А как я тут обойду? Нет, тут пегасы, только через здесь обходить. Да не. Мне некуда идти, тут уже все. Моя игра сыграна, золота нету. То есть даже если я пойду код красных монахов взять, даже если я их отпизжу, у меня золота нету загрейдить, походу. Ну я попробую, короче, с монахами. Провернуть дело. Если не получится, то все. Ну сейчас на монахах я потеряю всех арбалетчиков. Но я могу загрейдить, походу, обычных монахов в красных. Но это anyway ничего не даст. Пиздец. Я слишком слабый герой. Герой 3. Я играю в эту игру всю жизнь, да, всегда. Я никогда не играл профессионально в героев. Ну как в профессиональном смысле? Типа, ну, вы поняли. На турнирах там всяких один на один тренироваться, задрачивать и т.д. Всегда играл просто как в РПГ. Просто в РПГшку. Последняя попытка камбэка. Там их, наверное, пиздец как много. Сколько у меня будет мувспида? О, блядь. Скорость плюс 0. Да, мне пизда. Арбалетчики сразу умрутся. Не получится. На меня красный нападает. Да нет, такая... Оп! Дьявола вынес! Пандорку забрал. Ясно. Ой, да не, это все, парни, сори. Мне не выходить через полчаса. Ну, на сегодня, скорее всего, все. Но может быть я еще вернусь и подрублю доту или Counter-Strike. Но это не факт. Скорее всего, все. Скорее всего, на сегодня все. Всем пока. Даже сохраняться не буду. Ну, у меня anyway, сейв есть. Автосейв. На каждый ход. Ну, эта игра уже слита. Тут уже кинет. Ладно, всем пока. Бубалити из реалити. Буба.